1 октября президент предложил официально объявить днем работников радио. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. Учредить эту дату Касым-Жомарт Токаев инициировал по случаю празднования в этом году столетия казахского радио. И сегодня же глава государства поздравил сотрудников средств массовой информации с наступающим профессиональным днем. Напомню, ежегодно его отмечают 28 июня. Президент отметил особую роль СМИ в жизни страны. Токаев высоко ценит труд журналистов. Они, по его словам, стали золотым мостом между государством и обществом. Самоотверженно отстаивают интересы народа, отражают надежды и чаяния людей.